день рождения сегодня. По-моему, делается он на весьма и весьма мировом уровне. В принципе, мама отходит от кухонных дел. Все, по сути, покупается, и сыну круто. Но если бы сын не тусовался раза три в месяц в таких местах, то это была бы немного другая тема. Да, сейчас и лучшая часть бизнеса перестраивается на детей. То есть, шмотки, как и запчасти, покупаются без аренды, то есть в интернете. В меньшей части человек вкушает то, что растит он сам. А зря. Для меня выращенное мною, так это просто изюм. Но никогда мы не будем экономить на детях. Хотя я бы объяснил и объясняю, что экономика начинается на собственной экономии. Вот тогда вы сами покупаете свою недвижимость и, не напрягая родителей, живете круто. Если этому не научить, то грош цена вашему учению. Я понимаю, что счастье есть сейчас, когда родители круто напрягаются, а когда родителей не будет, что будет? Если человек в 9 лет даже готовить себе сам не может, а мы-то готовили, он, конечно, и только благодаря родителям круче и мамы, и папы. Но знает ли он это? Будем надеяться, что после просмотра оного он поймет. И просмотр может быть и не сразу, но объяснит, что думать головой надо всегда. Худо или бедно, но второе поколение скоро будет пройдено. И что я думаю о поколении следующем? Походу, как человек, в истории которого только ухудшение состояния родителей может вырасти. Да, мы впариваемся в него. Но на нас судьба-то отыгралась. Что дальше? 32 года, вот кому это надо, а? 9 плюс 32, 41. Четкая ипотека, четкое понятие того, что ни в одной стране мира, а побывав во многих, так вот в них никакого кризиса-то не существует. Переплата за все в 3 раза, цены в 3 раза. И ты по сути никто. Потому как влезть в лидеры не получается. Влезть в масеньку, но такую жирную струю отката. Может быть, этого не надо, а? В странах других все проще. Там даже на хобби время остается.